Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем обзоре банкноты достоинством 50 мунга Республики Монголия образца 1993 года. Монголия – это государство в Центральной Азии, которое на севере граничит с Россией, а на востоке, юге и западе граничит с Китаем. 50 мунга – это половина одного монгольского тугрика. Один тугрик составляет 100 мунга. И монгольский тугрик был введен в обращение в декабре 1925 года. До этого по территории Монголии ходили монгольские доллары и русские и китайские деньги. Мы видим, на лицевой стороне изображен национальный символ Сайомба и спортсмены, конный спорт. Давайте посмотрим, как выглядит банкнота с обратной, с реверсной стороны. Вот так выглядит банкнота с реверсной стороны. Здесь мы видим номинал 50 мунга. Точно так же спортсмены, конный спорт. Такая вот у нас с вами была банкнота сегодня в обзоре. Напомню, это банкнота достоинством 50 мунга Республики Монголия образца 1993 года. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!